Привет. Давай. Вот смотри, у нас есть сегодня новая машина. Во-первых, это кроссовер. Это уже третий кроссовер от Peugeot, который она выпускает. И второй моноприводный. Это полностью разработка Peugeot, концерна Peugeot. Автомобиль построен на базе обычного хэтчбека 208, который, в принципе, нам хорошо знаком. Но, конечно, есть ряд существенных отличий. Внешне можно заметить, что автомобиль больше, он длиннее, выше заметно. Потом принадлежность к кроссоверу выдают вот пластиковое обрамление из неокрашенного пластика по периметру кузова. У нас пороги, низ дверей защищен, задний бампер, передний. Вот здесь выше клиренс на 15 миллиметров и 165 миллиметров у нас клиренс. В принципе, не очень много, но и не легковушка. У нас это не самая внедорожная версия. Для этого у Peugeot есть машина с мотором 1.6 бензиновым и механической коробкой. И у нее опционно можно заказать систему грид-контроль, которая подстраивает силовой агрегат под различные покрытия. Вот. И именно в той модели при заказе грид-контроль 2008 оснащается всесезонной резиной Michelin Latitude. Вот. У нас здесь просто сейчас европейская зимняя резина. И поэтому из такого у нас запаса по бездорожью у нас есть только клиренс. Если сравнить с 208, то машины кажутся очень разными. Особенность дизайна – это вот поднятая крыша. Она довольно интересная. И здесь у нас стоит стеклянная крыша. И, например, в 208 тоже есть панорамная крыша, но там шторка, например, она механическая. Надо рукой закрывать. Здесь есть кнопочка. Закрыл, заехала. Более удобно, комфортно. Багажник. Багажник тут хороший. Во-первых, отличие от 208-го, он заметно больше. На 65 литров, кажется, здесь 350 у нас объем. Там 285. Интересная особенность багажника, это вот, например, есть пластиковые направляющие. Зачем они? Если у тебя какой-то тяжелый чемодан, тащить его, например, по ворсистой такой поверхности не очень удобно. А здесь он скользит. Вот я уже сам лично пробовал, когда был в командировке во Франции, как раз на 2008. Очень удобно. Подтянул по пластику. Даже если он вот здесь по бамперу не окрашенному этому царапнет, тоже ничего страшного. Так, под полом у нас докатка. В Европе тоже была докатка. Нам обещали, что в Украине будет полноразмерное колесо. Причем ниша большая, сюда бы стало и обычное колесо. Ну, трансформация. Сиденье очень легко складывается. Сначала надо подлокотники, правда? Подголовники, то есть. Вот, и у нас получается абсолютно ровная поверхность. Тоже на спинке мы видим направляющие. Даже если вы оттуда чемодан тащите, это очень легко. О! Багажник достаточно длинный. Вот у меня рост 1,77 м. Я тут, в принципе, помещаюсь. Наверное, можно даже закрыть дверь, если наискосок. Я всех обманул. Вот еще обрати внимание, как высоко поднимается крышка багажника. Даже высокие люди, 1,80 м, они себе шишек не набьют. Есть с двух сторон достаточно удобные ручки. Легко закрывается. Вот, сзади у нас больше места, чем 208, особенно над головой. Смотри, я, например, вот сажусь сам за собой. Ну, в смысле, я там сидел под мои настройки. Еще вот в коленях остается место. Над головой его очень много. Единственное, вот здесь, конечно, нет ручек, но здесь в дверях очень удобные подхват ручки, такие большие, так что за что держаться есть. Естественно, как в 208 здесь произошла у Peugeot революция в интерьере. Они наконец-то поменяли, сделали маленький руль.
Вот. И щиток приборов теперь размещен не в ободе руля, когда ты на него смотришь, а над рулем. Действительно, ты едешь, у тебя глаза чуть переводишь, и ты видишь щиток приборов. Не надо в руль заглядывать. Смотри, у нас здесь установлен климат-контроль. Это, в принципе, для этой, это средняя комплектация, это для нее опция. Вот, давай посмотрим по расходу топлива вот на этом моторе. Например, в городе я обнулялся. И вот, вот это исключительно городская езда. Вот средняя скорость 30 км в час. Это видно. Тропки, тянучки. И при этом расход 7,5 литра. Это больше, чем в паспорте. Ну, с пробками не угадаешь, если бы их не было. Вот. А вот, например, здесь практически 1000 километров пройдено по трассе. И сейчас расход вырос до 6,9, это с городской той ездой. А ну, после путешествия по трассе мы ездили в Каменец-Подольске, и на этом автомобиле был расход 6,5 литра. Потом у нас сейчас самый скромный из устанавливаемых моторов, 1,2 литра, трехцилиндровый. Вот мощность 82 лошадиные силы. Есть для 2008 еще один двигатель в Украине, 1,6 литра, 120 сил. Вот, дизельных нет, есть только в Европе такие версии. Для нас, по крайней мере, в этом году таких автомобилей не будет. Коробка здесь у нас роботизированная, механика пятиступенчатая. Вот. Также с этим двигателем можно приобрести машину с обычной механикой. Вот. А 1.6, опять же, с пятиступенчатой механикой, либо с четырехступенчатым автоматом. Кстати, в автомате можно переключать передачи тоже под рулевыми лепестками, но на дисплее не отображается, какая у тебя передача включена. Просто вот посмотри. Сейчас авто и попробуй переключить. Да, работает. Видишь? Да, она работает, но какая у тебя передача включена, ты не знаешь. Как тебе подвеска? Что подвеска? Она здесь, я уже говорил, она жестче, чем в 208. Здесь другие пружины стоят. Они именно за счет пружин машина и выше на 15 миллиметров. Вот. И жестче чуть амортизатора. Она очень классно на бездорожье работает. На грунте все отрабатывает. А в городе, конечно, там, например, на полицейских слышна работа подвески. Она практичнее. Вот кому не хватает объема маленького хэтчбека, в принципе, стоит обратить на нее внимание. Плюс появляются какие-никакие, но внедорожные возможности. По крайней мере, там за счет клиренса можно куда-то выехать на природу, не зацепить себе там. Снизу не ободрать, даже если через ветки придется проезжать. Вот наше обрамление с черного пластика, оно защитит двери, там, бампера от царапин. Даже для молодой семьи отличный выбор. Багажник довольно приличный, можно и коляску засунуть, например, детей сзади посадить, детские кресла. Ну, я надеюсь, я немного рассказал тебе об этом автомобиле, что он из себя представляет. Вот. Конечно, еще есть что рассказать. Об этом можно будет прочитать уже 23 марта в свежем номере. Вот так.